Так, давайте проверим, есть ли у нас звук, есть ли обратная связь, как слышно, как видно. Надеюсь, что все хорошо. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Есть плюсики, хорошо. Звук хороший, то есть подстраивать не нужно, да? Отлично. Так, тогда сейчас я открою свою классическую, самую любимую презентацию. Так, ну что же, у нас сегодня 11 число, да, 11 марта на наших с вами календарях, и мы сегодня с вами встретили новый, улучшенный, просто усовершенствованный нетворк-модуль, поэтому сегодня, надеюсь, будет много вопросов, на которые я с удовольствием постараюсь ответить. Так, одну секундочку, друзья. Так. 1, 2, 3. Есть, да, вот, есть. Так, видно и слышно отлично, на десятку, здорово. Так, плюсики, хорошо. Всем большое спасибо. Так, я понял, все, друзья мои, большое спасибо, достаточно. Все, окей. Ну что ж, тогда пришло пора, да, с вами поздороваться. Меня зовут Игорь, рад приветствовать вас в комнате Platinum Coin. Сегодня наша тема – это технология. И по факту технология, которая обеспечивает нас всех с вами по-настоящему классным словом, таким как богатство. Ну и, конечно же, мы оставим часть времени в конце вебинара, это будут вопросы на ответы. Потому что я думаю, что за неделю отсутствия доступа к сайту у кого-то, может быть, накопились вопросы, может быть, кто-то пропустил информацию о том, что у нас произошло просто фантастическое обновление. И, конечно же, я на эти все вопросы отвечу. Ну, а пока что... Скажите, пожалуйста, как картинка, аватар и слайды, они у вас в пропорции? Не так, что половина это чисто камера, а половина это сами слайды. Просто на маленьком мониторчике кажется, что картинка один в один, и слайды, и аватарка. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Надеюсь, что все хорошо. Так, плюсики, это значит, все хорошо. Пропорции норм. Добрый вечер, окей. Ну все, хорошо, тогда, друзья, будем начинать. Если что, я расскажу, может быть, поделюсь с вами просто какими-нибудь интересными особенностями насчет того, что сейчас происходит и что будет в дальнейшем. То есть это по-настоящему интересные продукты, по-настоящему классные решения, которые готовит для нас компания Platinum Coin. Но, конечно же, друзья, да, мы все должны понимать, что наша жизнь имеет ценности, и наше, мы все с вами имеем определенные желания. Если я вас сейчас спрошу, вот просто, да, допустим, с чего все начинается, да, мы все с вами рождаемся, мы не переживаем ни за что никак, по большей части, потому что у нас есть мама, папа, у нас есть садик, школа, единственная проблема, это, блин, уроки не сделали, собака гулять надо, и как только мы с вами приходим в взрослую жизнь, у нас сразу стоит острый вопрос «деньги». Где же взять деньги? Потому что благодаря деньгам мы с вами можем улучшить свой комфорт, можем купить себе то, что давно хотели. Для кого-то деньги – это образование, не просто развлечение, да? Это не просто то, что можно просадить, а на самом деле то, что можно вложить в себя и потом получить с лихвой больше. То есть это тот товар, который на сегодняшний день ценится, ну, очень сильно. Это товар, который мы используем в обмене на другие блага. Вы же понимаете, да, что маркетинг – это обмен благами. Деньги выступают универсальным товаром, который меняется на все и вся. Хотите здоровья – пожалуйста, платите. Хотите классно жить – пожалуйста, покупайте недвижимость. Хотите хорошо ездить – пожалуйста, покупайте Lamborghini. Хотите летать – самолет, вертолет, яхта, что угодно. Все стоит денег. Нет такого, что перевел бабушку через дорогу, тебе выписали чек на машину или там на путевку, куда-нибудь такого не бывает. Мы все сами живем на планете, где в эпохе сейчас у нас главенствует рыночная экономика, где есть, конечно же, деньги. И вот сейчас все мы с вами хотим найти то средство. Я уверен, знаете, почему говорю сейчас, мы все хотим. Да, мы все хотим. Тот, кто имеет деньги, он хочет их либо приумножить, либо сократить. Сохранить, ни в коем случае не сократить, нет. Тот, у кого денег нет, он, конечно же, их хочет. И хочет он их по большей части абстрактно. И в этом случае нам нужно понимать, чего мы конкретно хотим. И я сейчас вам отвечу на вопрос, как можно эти деньги заработать, получить, увеличить, удвоить, утроить, грубо говоря, по-настоящему работать со своим богатством. Потому что ответ на вопрос «как»
Это технология блокчейн. Немножко истории. Мы сегодня с вами отмечаем уже десятилетие этой с вами технологии, потому что биткоин появился на свет в 2009 году, а конкретно это было 3 февраля 2009 года, то есть, грубо говоря, 10 лет назад появился биткоин. Вы знаете, у меня были случаи, когда я проводил конференции, проводил презентации, и в одном из городов, когда мы провели, да, вот огромный зал, люди сидят, слушают, смотрят, рассказывают про криптовалюты, про рынок, про экономику, про важность этой технологии в будущем. И после презентации, после нашей вот конференции, вопрос из зала задается человеком. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть, но вопрос такого плана: а где находится биржа в моем городе? То есть вы понимаете, что об этой технологии сейчас знают единицы. Возможно, про нее слышали где-то, кто-то когда-то по новостям, в телевизоре, в сериале, может быть, кто-то и услышал. Но вопросы вот подобного рода, да, где у меня в городе находится биржа, дайте мне адрес, какой это дом, где этот офис, где мне поменять биткоины на гривны, доллары, рубли, лари, евро и так далее. И эти вопросы, они будут все больше и больше появляться. Вы понимаете, что сейчас на самом деле за десятилетие этот рынок сформировал маленькое комьюнити, и при всем при этом его будущая участь – это рост. Невозможно сдержать подобного рода технологии, как невозможно закрыть или запретить интернет. Интернет сейчас, как бы мы его не блокировали, это самое большое, самое технологическое изобретение человечества, потому что его сейчас невозможно отключить полностью и целиком. Он будет существовать между вот этим вот девайсом и вот этим вот ноутбуком, он будет существовать, будет интернет. Как бы мы ни отрубали его, у нас будет беспроводная связь, будет интернет, и это считается одним из самых больших. Я считаю, что это самое большое изобретение. Так вот, блокчейн – это новый виток в эпоху информации. Мы сегодня живем с вами, да, в IT-сфере. Это эпоха, интернет – это информация. И блокчейн позволяет эту информацию сохранять, передавать, хранить, самое главное, да, без потерь и без изменений. И представьте себе, что эта технология всего лишь 10 лет, два раза по 5, да, точно, раз, два, три, 5 пальцем, точно 5, ей всего лишь 10 лет. На этой технологии уже кто-то заработал большие деньги. Если вы не верите, пожалуйста, посмотрите. Я недавно испытывал, знаете, некие такие вот... Просто вспоминал о том, что же было на заре. Вот буквально 10 лет назад, 10 лет назад это ничто. 10 лет назад это пролетели для кого как. Может быть, для кого-то это полжизни, а для кого-то это какой-нибудь маленький отрезок жизни. Так вот, за 10 лет представьте себе нечто, что стоило сущие копейки, пыль, просто ничто, просто ничего. Вот выпустили биткоины, как есть, рассказали об этом людям, дали эту технологию. Друзья, смотрите, мы можем с вами использовать это вместо денег, фиатных денег, которые не подкреплены, которые невозможно подделать, которые невозможно нарушить, да, всю эту цепочку. И выпустили в массы, и люди начали пользоваться, начали просто для фана, просто по удовольствию. Ха, класс, новая технология, ура, ура, ура. Потом это переросло в нечто большее, и сейчас люди, которые на самом заре развития технологий блокчейн принимали в ней участие, они по-настоящему, кто-то потерял все, потому что намайнил тысячи биткоинов и забыл пароль, забыл ноутбук, выбросил винчестер, подумал, что так это ерунда, никогда оно стоить не будет. Забыли винчестеры. Про историю, когда человек купил пиццу за 10 тысяч биткоинов в 2010 году, в марте 2010 года, скоро будет день биткоин-пиццы, кстати, друзья, да, знаете, что есть такой день биткоин-пиццы, когда человек купил за 10 тысяч биткоинов две пиццы Папа Джонс. Супер! Как вы думаете, сколько сейчас эта пицца оценивается? Вот умножьте сегодняшний курс, да, 3800-3900 на 10 тысяч и получите стоимость двух коробок с пиццы. Две коробки пиццы стоят стоимостью в миллионы долларов. А школьник, который подарок на день рождения, на Новый год, в одну тысячу долларов, потратил его в 11 году на биткоин, и сейчас он миллионер. Просто бывает, да, бывает. И эта технология уже сейчас сделала фантастический рост, и ее в дальнейшем ждет виток очередного развития. Без рецессии, без спада невозможно. Вспомните историю развития интернета, эпоху спада кризиса дот-комов, когда оно снизилось в 2000 году и обратно пошел вверх. Да, остались не все, остались только те, которые имеют настоящую технологию, имеют настоящую стоимость, настоящую ценность.
И если вы пропустили вот это все движение, или вы хотите повторить это все движение, друзья, вы не знаете как, сейчас давайте об этом поговорим. Сейчас могу вам просто рассказать, как получить кусок этого пирога и не только повторить, да, но еще и приумножить. То есть суть сегодняшней презентации – это познакомить новичка, абсолютного человека, который впервые услышит про криптовалюты. Я думаю, что уже интересная, да, тема. Что-то когда-то кем-то изобретено стоило ничто, а сейчас это тысячи долларов. Миллионы процентов роста за 10 лет. И повторить, ответ прост. Platin Coin – уникальная компания, которая выводит на рынок уникальный продукт. Это коин и массовая инфраструктура вокруг коина. Мы все с вами понимаем, что в будущем мы будем платить. Я не знаю, если среди нас сейчас 10 человек, который рассказал мне эту историю, но знаете, однажды мне мой хороший знакомый, мой хороший товарищ рассказал одну интересную историю, что когда ввели Apple Pay возможность оплачивать товары с помощью телефона, это же не везде и всюду, да, то есть это постепенно внедрялось, человек на кассе с телефоном что-то говорил по телефону, вот он тележка, да, вот он загрузил тележку, подошел на кассу, приложил телефон к считывающему устройству. Пик, счетчик полез, вылез чек, человек продолжает говорить, а кассир, человек, он просто не понимает, что произошло, меня взломали, меня хакнули, хакеры, что происходит? Я, может быть, утрирую, но там поднялся целый отряд, то есть охранники сбежались к этой кассе, потому что женщина не понимала, как так получилось, человек без кассы, без карточки, без наличных, что-то приложил, сработал терминал, полез чек, и у нее в терминале, у нее в мониторе покупка оплачена. Представьте себе человека, который впервые это в жизни видит. И она вызвала охранников. Говорит, друзья, разберитесь, тут нас обкрадывают, нас взломали, хакеры прилетели какие-то. Оказывается, это просто технология. Друзья, если мы сейчас с вами платим телефонами, часами, кольцами, браслетами, то в будущем у нас у всех будет все на криптовалюте. Это то, что ждет нас в будущем. Почему? Потому что это все лучше. Любая вот технология блокчейн, любой коин, наш коин в частности, он лучше, чем существующие деньги, которые у нас есть. Во-первых, безопасность. Во-вторых, дешевле. Гораздо дешевле для транзакции. Если вы хотите перевести миллион долларов с одного банка в другой, вы посчитайте, сколько тысяч долларов уйдет у вас на комиссию. Если вы хотите перевести с одной страны в другую страну, просто у вас есть там долларовый, рублевый, евровый счет, попробуйте перевести в другую страну, где это не будет какая-нибудь еврозона или зона СЭПа между странами СНГ, например. Посмотрите, какая будет комиссия. Вас она устраивает, что вы платите там 10-15-20%, возможно, даже, да, за все возможные быстрые переводы. А в криптовалюте такого нет. Но в чем главная особенность, в чем главная ценность товара, который мы все с вами используем? Конечно же, возможность им оплачивать все и всюду, то есть наличие товаров, наличие инфраструктуры и всевозможных сервисов, которые позволяют нам работать с этой криптовалютой. Для примера, чтобы можно было легче понять, смотрите, у нас есть с вами интернет. Вот мы сейчас с вами используем прямую интернет-связь. Если бы у нас не было этого сейчас вебинара, но был бы интернет, его бы стоимость увеличилась или уменьшилась? Конечно же, уменьшилась. Если мы с вами из интернета убираем убираем оплату товара, убираем магазины, убираем сообщения, убираем мессенджинг, убираем IP-телефонию, звонки, то есть убираем весь тот просто арсенал сервисов, которые есть в интернете, у нас остается голая технология. Да грош цена этой было технологии. Зачем она нужна, если я не могу ее использовать? Так вот, главное отличие Platin Coin от всех тысяч коин, которые сейчас на рынке, вы можете посмотреть, да, их на самом деле великое множество. И здесь ошибка, большая ошибка людей, которые приходят на этот рынок, узнали про такие вещи и давай скупать все подряд. Давай покупать все, что можно. А нельзя. Нельзя идти на поводу у рынка. Нужно понимать, нужно мыслить скептически, прагматически, оценивать всю возможную ситуацию. Но как оценить 2000 коинов? Как их оценить? Мы с вами только познакомились с этой технологией. Что нас ждет в будущем? Все обещают, что они будут самыми сильными, самыми смелыми, но толку от этого нет. И мы все с вами знаем, что в 2018 году
биткоин взлетел, в 18-м спустился, и сейчас в 19-м, возможно, пойдет обратно в рост. То есть нельзя идти на поводу рынка, нельзя брать первый попавшийся коин и наугад. Это лотерея, это, грубо говоря, кидать дротики, да, в крутящийся барабан, или же просто в рулетку играть. Это неправильно, это не вариант. Вариант работать с компанией, которая думает наперед, которая следит за рынком и которая понимает, что для того, чтобы рынок рос, нужно, чтобы на рынок пришли новые люди. Невозможно без емкости рынка его увеличить. То есть на сегодняшний день у нас капитализация рынка, то есть это количество миллиардов долларов, вот за 10 лет рынок сформировал сотни миллиардов долларов капитализации. Сотни миллиардов за 10 лет. И участников на этом рынке несколько десятков человек, миллионов человек. То есть в городе Москва, я думаю, больше населения, чем весь мир знает про криптовалюту. Вот представьте себе, что все люди, которые знают про криптовалюту, живут только в Москве, в Токио, в Нью-Йорке, не знаю, там, в двух Киевах, Киев-Харьков, например. То есть это мало, это очень мало. А теперь представьте, что этот рынок начинает шириться. И знаете, что главная концепция Platinum Coin – видение в том, что криптовалюта в будущем будет расти. И вместо того, чтобы сейчас заниматься боксерскими боями с конкурентами на рынке, которых тысячи молодых, диких, амбициозных, красивых, перспективных коинов, которые сражаются с биткоином на сегодняшний день, мы обращаем внимание на то, каким рынок будет завтра. То есть, да, главное не стать, главное не угадать, где... Главное не смотреть, куда пойдет шайба, да, в хоккее, а знать, куда она прилетит. И вот мы смотрим как раз таки туда, куда прилетит шайба. Мы боремся с вами за рынок, который составляет не миллиарды долларов на сегодняшний день, а триллионы долларов в будущем. То есть цель Platinum Coin – это по-настоящему реальная цель выйти в топ-10 криптовалют в мире. Топ-10. Это наша с вами основная цель. Не на завтра, не на послезавтра, но мы сделаем все возможное, чтобы наш коин вывести на этот уровень. И я уверен, что когда мы будем на том уровне, капитализация рынка уже будет не миллионы, не миллиарды, а триллионы долларов. И откусить кусок пирога гораздо вкуснее, сочнее, сытнее от миллиардного, от триллионного рынка, чем от текущего с миллиардами. Я думаю, что вы со мной согласитесь. То есть это гораздо интереснее. То есть мы ориентируемся на правый слайд. Тот, который находится справа, да, ближе ко мне, там, где у нас большая окружность. И это все обеспечивается благодаря чему? Только при наличии важных компонентов. Platinum Coin подумали, что так, хорошо, друзья мои, технологии сейчас есть везде. Я не говорю за настоящих коинов, я не говорю за все подделки, за весь тот мусор, который на самом деле на рынке есть. Но мы говорим с вами о настоящем бизнесе, и, конечно же, нужна технология обязательно. В нашем случае это технология блокчейн, которая в нашем случае была просто перелопачена, скомпилирована и создана, грубо говоря, уникальнейшая технология по добыче, по эмиссии криптовалют. Сообщество – это второй важный столб, который обязан хранить, да, существующий объем, существующую стоимость. Инфраструктура – это то, что позволит каждому без опыта, без знаний, без образования, без ничего-либо да еще – зайти на этот рынок и свободно им пользоваться. Скажите мне, пожалуйста, у кого из вас есть Viber, Instagram, Telegram, WhatsApp, ВКонтакте, Facebook? Ответьте, да, да, скажу, просто пишите, да, есть. Я уверен, что таких людей полно-полно. Я уверен, что таких людей много. Только они, да, есть, такие партнеры у нас есть. Я думаю, что не один человек. Да, на самом деле сейчас полетит огромное количество вопросов. А вот теперь немножко другой вопрос. Вы сразу научились этим пользоваться? Вот сразу же, да, вот вы понимаете, что сегодня появился, вот просыпайтесь однажды утром, WhatsApp, точно, мне же нужен WhatsApp, я сейчас буду им пользоваться, Viber, я сейчас буду им пользоваться. Нет. То есть понимаете, что вся технология, она в первую очередь завязана на поэтапном шагах развития. То есть сперва вам кто-то рассказал, сперва вам кто-то поделился. При всем при этом для этого устройства, для этих сервисов нужен телефон, нужно оборудование. 3310 Nokia, какая бы она крутая ни была, увы, не поддерживает интернет. То есть нужно было поменять смартфон. Не все сразу меняли смартфоны. Это был тоже временный период. Но теперь, я уверен, что теперь большинство людей, у которых есть смартфон и интернет, а интернет сейчас, наверное, у всех есть, и везде, имеют
социальные сети, мессенджеры, вайберы и свой набор стикеров, которые мне отправляют «Доброе утро», «До свидания», «Привет», «Спасибо». Эти все стикеры, они же не появились сразу же с WhatsApp, сразу же с вайбером. Нет, это все поэтапно, планомерно развивалось. То есть инфраструктура росла. Точно так же и сейчас. Вы должны понимать, что крипторынок требует наличия инфраструктуры. Мы с вами уже, наши специалисты знают не все, досконально все. Теперь нужно сделать так, чтобы эти технологии начали пользоваться. Как сделать так, чтобы ей пользоваться начали? Вот почему не сразу у всех появились социальные сети? Потому что мало кто знал, как это работает. Не все стали использовать Viber, потому что мало знали, как это работает. Моя мать год не могла использовать Viber, просто потому что ей было страшно. Это что за кнопка? Это в стикер. Что такое стикер? Что такое смайлик? Да не буду я это делать, не буду я отправлять. А как позвонить? А как картинку прикрепить? О, нет, все, просто смс-ка. Игорь, я позвоню, не надо мне никаких вайберов, ватсапов и прочее. Сейчас это другая ситуация. Сейчас этот моя мать, человек, который использует вайбер, ватсап, она мне пересылает сообщения, какие-то картинки, анимашки, гифки, какие-то чаты, то есть там у них местные есть какие-то, да, между подругами. И это все, ну, как-то же дошло до человека. Не к тому, что, да, он был необразованный, потом стал образованным. Нет, просто всему нужно свое время. То есть человек смог. И в нашем случае мы говорим с вами о сложнейших вещах, о блокчейн-технологиях. Это космические технологии. И как подружить человека с этой технологией? Как объяснить ребенку ядерную физику? Вот сравните вот такие вещи, да, технологии блокчейн, и просто человек, который впервые про него услышит, да это просто взрыв мозга. Так вот, нужна инфраструктура, которая позволит использовать данную технологию максимально просто. Максимально без барьеров для входа. То есть нужны те самые сервисы, которые наполняют интернет. То есть мы сейчас вокруг коина, вокруг технологий выстраиваем огромное количество инфраструктуры, но при этом не забываем и про наши существующие финансовые рынки. Мы с вами все живем в мире, где есть системы. Мы не рабы, нет, мы участники этой системы, так это и работает, так нам проще. У нас у всех есть... не знаю, да, там microUSB, сейчас Type-C разъемчики. То есть мы не используем для каждого телефона свой отдельный штекер. Нет, система не работала бы. Розетки у нас у всех одинаковые. В каждой стране у нас одинаковые розетки. Двери у нас у всех имеют замки. То есть ни сверху, ни снизу. Мы знаем, мы понимаем, как это будет. И то же самое финансовая система. Мы с вами, неважно, сколько биткоинов у нас было. Вот сейчас есть люди, у которых есть 1000 биткоинов. Окей, хорошо. Что с ними делать? Вот сейчас, если бы у меня было 100 тысяч биткоинов, я не знаю, куда мне их потратить. Да некуда их потратить, просто некуда. Зайдешь в метро, не принимают, маршрутку не принимают, стоишь на кассе в Ашане, не принимают. Что за биткоины? Это то же самое, что я буду ходить по городу золотым слитком и попытаться им рассчитаться, попытаться им расплатиться. Мне никто не знает, что не даст, раз. Во-вторых, никто его не примет, два. И в-третьих, это незаконно, три. Потому что это операция с ценными металлами, с драгметаллами и так далее. Так вот. Ни в коем случае не нужно бодаться, конкурировать, драться с существующей финансовой системой. Она существует сотни лет, эти биржи, эти банки, эти финансы, этот финансовый сектор, и ни в коем случае не нужно с ним бодаться, не надо. Нет, гораздо проще договориться, пожать только руку и пойти вперед в светлое будущее. Познакомить существующий финансовый сектор с технологией блокчейн, и будет нам всем просто... Ну, очень хорошо. Это на самом деле будет классный симбиоз. Вот она, связка. Вот эта гремучая смесь, которая приводит всех к успеху и к результату. То есть то, что не заставляет воевать, а заставляет двигаться, идти вместе вперед. И именно это сейчас делает PlatinCoin. Четыре компонента – технология, сообщество, инфраструктура и финансовые рынки – это те основные моменты, на которыми работает наша компания. И какой же на сегодняшний день есть уникальный продукт? Уникальный продукт – это Minting Unit. Что такое Minting Unit? Это возможность добычи криптовалюты PlatinCoin. Я уверен, что все вы знаете такое слово, как майнинг. Это добыча биткоина, да? Есть майнинг затратами на электричество, есть майнинг затратами на количество денег. Так вот, PlatinCoin представляет пользователям добывать свои коины по технологии блокчейн. Согласно правилам блокчейна, это, грубо говоря, зашито, да, это ДНК, невозможно изменить, невозможно нарушить, невозможно каждому там кумовства какого-нибудь статуса, тебе больше, тебе меньше, нет. Это все зашито в корне, это все зашито прямо в самом ДНК блокчейн.
добывать Platinum Coin, минтить, чеканить, если переводить с английского. И это предложение доступно для всех, от мала до велика. То есть доступность уже хорошо. Вы понимаете, что для того, чтобы добывать криптовалюту биткоин, нужны капитализация десятки тысяч долларов. Десятки тысяч долларов, чтобы добывать биткоин. Знаете, видеокарты сколько сейчас стоят? Огромных денег. ASIC-майнеры, всевозможные фермы, оборудование, охлаждение, обеспечение этой системы работой плюс обслуживание – это десятки тысяч долларов в месяц. При том, что курс на сегодняшний день и стоимость электроэнергии не позволяют выходить в профит. Не позволяют. В Европе так вообще. То есть это просто вы купили за 10 тысяч себе оборудование, поставили его в розетку и платите каждый месяц по 1000 евро, по 2000 евро платите, потому что оно сжирает свет. И при этом тот майнинг, который она обеспечивает, не покрывает расходы. В Российской Федерации, в странах СНГ со светом чуть попроще, то есть чуть дешевле энергия, но не во всех регионах. И вы можете сами это все просчитать. То есть добыча сейчас невыгодна, это миф. Никаких виртуальных, облачных майнинговых ферм не существует. Они существуют только где-то там, для кого-то там, который собирает деньги, и потом бог нам новую майнинг-ферму насобирал. Нет. Технология Platinum Coin позволяет добывать исключительно по правилам блокчейна и исключительно тем, кто на это имеет право. То есть никакой олимпиады, никакого соревнования. Есть минтинг-юнит, любой. От 9951 евро это максимальный, до 268 это минимальный, плюс 107 это стартер минтер. И добыча идет. Причем мы знаем, сколько он будет добывать. Вы понимаете, в чем большое преимущество? То есть вот сейчас люди, которые впервые услышали про добычу, про какие-то космические цифры, 10 тысяч, 20 тысяч, сотни тысяч, они должны понимать, что добыча происходит без их участия. То есть это то же самое, что сейчас, да, у меня, например, есть телефон, вот здесь есть интернет, все, я не переживаю за него. Я не переживаю, я не проверяю, оно работает и здорово. И в нашем случае минтинг будет точно так же. То есть не нужно дома хранить у себя какую-нибудь атомную электростанцию, чтобы обеспечить электроэнергию и свою майнинг-ферму. Не нужно постоянно быть онлайн, чтобы участвовать в валидации, добыче эфиров там или еще прочих монет. Не нужно. Вы видите в своем кабинете, удобно, доступно, легко. Нет потребности физики, программирования, в электронике и в прочих, да, вещах, которые требуют весь другой бизнес. Нет, доступность – это уже хорошо. Плюс, что такое Minting Unit? Это полноценный ансамбль из связки. В первую очередь, конечно же, это серверная мощность со стороны компании, это кошелек, на котором уже есть коины, то есть наша технология добывает коины исключительно из существующих коинов. Не с использованием электроэнергии. Не по принципу лотереи, а один кошельки, которые имеют коины, добывают новые коины. И как раз таки эти новые коины человек берет и может их потратить на бирже, окей. Либо же дождаться на криптомаркете, который будет презентован в мае, и там купить за них что-нибудь. И это все сейчас, друзья, смотрите, вот наш коин, в чем сейчас преимущество? В том, что наш сегодняшний коин находится в топ-200 на CoinMarketCap. Знаете, что такое CoinMarketCap? Это некий рейтинг криптовалюты. Вот знаете, есть такой Forbes Top 100. Forbes, 100% знаете. 100% знаете такой журнал, как Forbes. Есть Forbes 500, есть Forbes 100, есть рейтинг самых богатейших людей планеты, есть рейтинг самых богатейших компаний планеты. И представьте себе, что на рынке криптовалют есть такой ресурс, который называется CoinMarketCap. Популярный, авторитетный ресурс, где мы находимся в топ-200 всех криптовалют. Заходите сейчас, адрес у вас есть, coinmarketcap.com. В строке поиска пишите PLC, либо же Platinum Coin, один в списке выйдет такой тикер. Смотрите, открываете, увидите стоимость $20 за один коин, у вас $20, и плюс его рейтинг 170, 180, 200, то есть мы в топ-200. И потом вверху на CoinMarketCap будет количество коинов на сегодняшний день. Так вот, количество коинов на CoinMarketCap 2000 коинов. Мы в топ-200. Это 10% всего существующего рынка. Представьте себе, что вы сейчас обучаетесь, что вы сейчас стали частью компании, которая обогнала 90% всего рынка. 90% всего рынка не по нашей версии, выдуманной, нарисованной, да, то есть как это обычно бывает,
а по версии авторитетнейшего ресурса CoinMarketCap. 10% всего рынка нам осталось пройти для того, чтобы добиться до топ-10. Мы сейчас в топ-200. За нами 90% всего рынка. Вот за этой вот надписью 90% всего рынка, которые где-то там. И причем они находятся на этом рынке уже кто-то больше года, кто-то больше двух, кто-то 5 лет. Мы же начали работу свою с рынка 24 марта 2018 года. Менее года назад мы появились на бирже. И за менее чем за год, ну за один год, да, давайте брать расчет один год, мы обогнали 90% всего рынка. Это результат, я считаю, это отличный результат. А что нас ждет в будущем? Только лучше. Потому что тот, просто наличие тех товаров, наличие тех сервисов, они не могут не выстрелить. Они не то чтобы не могут не выстрелить, они просто взорвут интернет, они взорвут весь мир, они взорвут рынок в целом. И наша модель на сегодняшний день по развитию, по планомерному завоеванию рынка вверх выглядит следующим образом. То есть в отличие от всего рынка, который на протяжении всех, вот всего 17 года дошел наверх, 18 год рынок упал, и сейчас на 18 году пытается восстановиться. Мы же за 18 год не то чтобы не потеряли. Мы стоили 5 евро, и сейчас стоим 20 долларов. Ну, 5, 15 евро, да, хорошо, округлим. 5 евро в начале, 20 евро в конце. Это то, что сделали мы на фоне падающего рынка. Невозможно развитие рынка на слова. На одном энтузиазме далеко не поедешь. На одном спасибо сыт не будешь. Поэтому для того, чтобы развиваться, нужна четкая стратегия. Нужно понимать, куда рынок идет. И мы делаем это на благо всего рынка в целом. То есть, понимаете, мы сейчас выпустили приложение, которое имеет возможность перевода биткоинов по смс. Просто в один клик. Это наш мессенджер. Это один кирпичик нашей маленькой инфраструктуры, который уже позволяет людям совершать транзакции в биткоинах без надобности поиска каких-то сумасшедших кошельков, без информации, какой кошелек для себя выбрать. Кто сталкивался, вот кто из вас? Я уверен, что таких людей много. Пожалуйста, поддержите меня. Кто из вас перед тем, как открыть биткоин-кошелек, вбивал в гугле, какой кошелек для биткоина лучше, какой кошелек выбрать? Разница в этих кошельках. Что такое кошелек? Я зашел на 2кэш, там один кошелек. Я зарегистрировался на Payeer, там другой. На PayPal, там третий. А здесь их оказывается десяток. Холодный, горячий, онлайн, какой-то непонятный. То есть с нодой, без ноды. Какой кошелек мне выбрать? Как это все работает? Вы понимаете, что это барьер для входа в рынок? Как новичок пойдет сюда, если он будет первый вопрос, какой у тебя кошелек? Не знаю. Где ты его скачал? Не знаю. Ключи не потерял. Какие ключи? О чем вы говорите? То есть это все барьеры для входа в рынок. В нашем случае простое приложение, которое доступно в официальных магазинах, не левых, не сторонних, в официальных магазинах Apple и Google, скачивается, происходит инсталляция ваших кошельков, ваши приватные ключи у вас, и вас об этом сразу же уведомляют, сохраните, это вам поможет, это в будущем вам пригодится. Используйте. Увидели человека, отправили ему биткоин, получили биткоин. А в будущем это будут, это будет просто сумасшедшая возможность, когда вы будете зарабатывать за свою активность. Это главная миссия данного мессенджера – познакомить людей с рынком криптовалют и дать возможность им пользоваться. А еще там есть социальная сеть. Это уже, да, это даже небольшой, маленький. Это маленький кирпичик. Это маленький-маленький кирпичик. Вот, Дмитрий пишет, что у него, да, с биткоином такое было. И на каком, кстати, кошельке биткоина вы остановились, Дмитрий? Вот вопрос такой встречный. На каком кошельке вы остановили свой выбор? Где вы все-таки завели кошелек для биткоина? Интересно было бы узнать. Хорошо, и мы с вами двигаемся дальше. То есть, если мы с вами будем сравнивать, вот сейчас, да, у нас есть просто понимание, что знаете, в чем интерес данного слайда? Вот сейчас мы с Алексом сидели ночью, вот представьте себе, да, вот я сижу, и Алекс мне рассказывает, и говорит, значит, что мы планируем делать? И мы начинаем рисовать. Мы начинаем рисовать, вот есть это после конференции, у меня всегда с собой такой блокнотик есть, и мы начинаем рисовать. У нас коин в центре, у нас коин – это наше сердце, и начинаем от него, это один проект, это второй проект, это третий сервис, это четвертый, это пятый.
А это вообще... И я так понимаю, я не буду сейчас говорить, сколько я насчитал. Но у меня просто, знаете, я так сижу, я вижу вот эту бумагу, я вижу эту ручку, я вижу Алекса, я вижу глаза этого человека, я понимаю, что у меня волосы дыбом встают. У меня сейчас эти дыбом встают просто. Когда я встал, я начал ходить по офису. Я просто не понимал, насколько круто это может быть. То есть еще раз доказывая о том, что мы с вами смотрим, наша компания смотрит туда, куда еще не смотрит никто. Мы делаем то, что будут делать все лет через 5. Представьте себе только то, что сейчас происходит. Рынок, магазин. Вы все знаете, что такое AliExpress. Я сегодня буквально сделал покупку на AliExpress. Вот. Да, удобно, удобно. Теперь представьте себе, что нет ни одного подобного предложения. Не существует. И это предложение мы уже презентуем в мае. Плюс это будет не просто крипто какой-нибудь, да, Play Market. Нет, это будет площадка, которая позволит людям зарабатывать, просто еще больше зарабатывать. Не продавая товары, да, свои собственные, как на там, Авито или OLX или eBay, а зарабатывать путем работы, путем активных действий. Я уверен, когда вы это все увидите, у вас просто будут мурашки. Как это было в Дубае, когда мы вышли на биржу, как это будет в мае, как это будет в Праге, у всех будут мурашки, как они были у меня. То есть я сейчас просто, когда вот вспоминаю этот момент, когда я просто шла по этому листику, вот просто, да, вот вспоминайте, как это запомнилось, что вот рисунок, и ты понимаешь, что здесь вот какая-то точка, здесь какая-то точка, и ты вот помнишь, как это все рисовалось, как это строилось. Из ничего, из белого листа вырисовывается сердце, Platinum Coin, один луч, второй луч, третий. И именно поэтому вот в слайдах сейчас используют, знаете, как большой взрыв, теория большого взрыва, когда из ничего сформировалась просто критическая масса энергии или вещества, и это все взорвалось, и сейчас мы с вами живем в космосе. Вы понимаете, что наша планета — это настолько малая песчинка в размерах нашей с вами Вселенной, а там происходят такие вещи, и рушатся планеты, и сжигаются, и восстанавливаются, и сталкиваются целые галактики, мы этого не замечаем. И вот я ощутил себя той самой песчинкой, которая просто не понимает, где она находится. И когда передо мной выстроилась целая картина, вот тогда стало жарко. Вот я сейчас тоже начинаю потеть. Ух, да, потому что я понимаю, друзья мои, что мы с вами работаем и трудимся в компании, которая, знаете, чем-то похожа на Google. То есть с идеей родилась огромная корпорация, в которой есть сотни сервисов, которыми весь мир пользуется. И мы делаем то же самое. Мы делаем нечто похожее. То, чем будет пользоваться огромное количество людей. Делаем все возможное, чтобы это было легко. И самое, что главное, на этом всем люди могут зарабатывать. Есть партнерство, есть партнерская программа. И эти возможности дают людям зарабатывать еще больше. То есть это полноценный бизнес, который обеспечивает людей, многих людей во всем мире, которые бросали свои работы. Ни одно приложение, ни один сейчас сервис не дает возможности иметь такую партнерскую программу. Просто не дает. И этих денег, которые идут с комиссии, с там, рекомендаций, они никуда не идут. В нашем случае это все идет в сеть. То есть огромное количество комиссионных уходит на сеть. Но давайте посмотрим же, да, вот мы с вами начали с минтинг-юнитов, мы смотрели инфраструктуру, что инфраструктура — это те вещи, да, это вот то, на что можно облокотиться, это тот турник, да, на который можно выйти, то, что можно обеспечить себе подушку, почву, фундамент. И в итоге к чему мы с вами все идем? На сегодняшний день индекс Platinum Coin 5 евро в дэшборде. Вы можете просто удивиться, как так? В дэшборде, это в кабинете. Да, это еще один уникальный шанс. В личном кабинете сейчас индекс 5 евро. И все минтинг-юниты работают, как будто они работают с 5-евровым платинкоином. На рынке данный платинкоин стоит 20 долларов, 15 евро. Если мы с вами посмотрим, сколько добывает каждый минтинг-юнит, а у меня есть просто такой расчет, да, вот смотрите вот сюда, просто, да, такой классный слайд. То есть минтинг-юнит стоимостью 9951 евро добывает за весь период времени, 3 года, да, он будет добывать, 3 года будет добывать этот минтинг-юнит. 3013 платинкоин. Это добыча за весь период работы минтинг-юнита. 3013 платинкоин. Хорошо. Много это или мало, давайте потом вспомним. Но если мы на сегодняшний день возьмем, пойдем на рынок
На любую биржу, да, вот на Yobit, на BitForex, на TopBTC. Кстати, в мае будет еще и HitBTC, тоже шикарнейшая биржа. Тоже топы, понимаете, да, мы кто находимся в топах, на топовых биржах, на топовых местах, и дальше будет только лучше. И вот если мы пойдем сейчас на биржу, на рынок, с 9951 евро, и купим на рынке по розничной цене, по рыночной цене коинов, то мы купим их всего лишь 663, что на 2500 меньше, чем то, что будет добыто. Понимаете, разница в чем? Вот что лучше, добывать или покупать? Что лучше, взять в аренду минтинг юнит или что лучше купить сразу на все деньги на бирже? Ответ очевиден. Ответ прост. Ответ доступен здесь и сейчас. Технология для людей от людей. Как могу. Для людей от людей. Так вот, в чем разница? Разница 2349 платин коин. Если вы не понимаете данный расчет, то просто. Смотрите. У нас есть минтинг юнит за 9951 евро, который работает 3 года, который добудет 3000 монет. Если мы на стоимость этого минтинг юнита пойдем на биржу и просто купим монет, то мы на эти деньги всего лишь по текущему курсу купим 663 монет. А это в разы. В разы это в несколько раз меньше, чем то, что будет добыто на протяжении 3 лет. И вот в этом заключается главная особенность Platin Coin. В том, что это легко, это выгодно, в любом случае это выгодно и это доступно. Потому что не нужно сумасшедших затрат, не нужно сумасшедших вложений, и каждый для себя может выбрать свой личный минтинг юнит. Неважно, маленький, большой, но вы будете обеспечены определенным объемом коинов, и вы будете знать, что по технологии блокчейн я добываю ровно столько-то коинов каждый день на протяжении всех период работы минтинг юнита. Просто. И можно посчитать, сколько это будет в будущем. 10, 20, 30 тысяч за один коин. Почему бы и нет? 50 уже было. 40, 39, 99, 40. Уже было. Почему бы не 50? Почему бы и не 100? Почему бы и не 250? То есть это платин коин. Это то, что позволяет вам добывать, зарабатывать, удваивать, утраивать свои собственные доходы. То есть вот она, простая технология, которая на сегодняшний день не имеет никаких аналогов ни в интернете, ни за его пределами, ни в криптосообществе, ни в криптосообществе. То есть мы одни, мы разные, и то, что мы разные, делает нас лучше, сильнее, и мы будем в топ-10 крипторынка. Это наша с вами заветная цель. Топ-1 не обещаю, но мы стремимся в топ-10. Хорошо, друзья, на этом наш маленький, короткий обзор по Platin Coin завершен. И сейчас я хочу вас спросить по поводу тех вопросов, которые, может быть, у вас есть или накопились, или, может быть, что-то не дает вам спать ночами, и вы хотите вот сейчас спросить об этом, пожалуйста. Так, звук пропал. Пожалуйста, звук пропал. Так, проще спросить, у кого нет. 195 место, я так понял, это в топ-200. Так, когда сайт заработает? Уже работает. Сегодня с утра уже включился, и уже люди работают вовсю, то есть там тестируют, проверяют, все здорово. Так, так, звук есть, не пропал. Хорошо, то есть с звуком все в порядке. Игорь, 107 евро пакета вернули, к сожалению, пока нет, пока остались только стикэши, возможность их оплачивать. Стикэши вывод невозможен, звук есть. Правительство РФ пытается насадить партнеров криптобизнеса на налоговый причет, что нас ждет в этом плане. Но мы никакого отношения к правительству РФ не имеем, я не могу сказать, что будет какое законодательство. Да, это рынок, и он гибкий, он пока еще нет жестких рамок по регулированию. Но мы сделаем так, чтобы подстроиться под каждую юриспруденцию. Да, мы, в принципе, если заходим в какую-то компанию, заходим на какой-то рынок, то, конечно же, в первую очередь интересуемся у юристов, как нам работать, чтобы ни в коем случае ничего не нарушать. То есть, но по поводу того, что нас ждет в будущем, этого нельзя сказать. Поскольку завтра президенту США что-то в голову придет, он что-то напишет, и от этого может повлиять сотни миллионов людей. Вы понимаете, что, да, я не просто так сравнил с президентом Соединенных Штатов Америки. Человек одним сообщением в Твиттер опустил акции компании Apple. Apple – самая большая капитализация компании на сегодняшний день. Одно сообщение в Твиттере.
Куда дели 100 миллиардов? Понимаете, это когда было? Кто знал, что он напишет? Никто не знал. Но одно сообщение просто чирик и ушли. Это не критично. Нет, но мы должны понимать, что рынок есть рынок, и он живет по своим правилам. И мы вынуждены, да, мы на этом рынке находимся. Мы делаем все возможное, чтобы на этом рынке оставаться, и мы пока что остаемся гораздо впереди, чем все остальные. Это важно. Так. Я выводила на блокчейн кошелек 14 марта 160 долларов, курс был 900, пока деньги пошли на следующий день. Биткоин был уже 1200, я не верила, кто бы мне тогда сказал, что в декабре будет 20 тысяч. Если бы мне в 11 году сказали, Игорь, покупай, я бы был бы счастлив. Ну, я сейчас больше счастлив, потому что есть платинкоин. Так, по поводу 107-евровых пакета, друзья мои, пожалуйста, давайте дождемся официальной информации. Когда будут начисления за рамки? Галина, никогда начисления за рамки не шли день в день. То есть сейчас, после обновления, любое изменение, любая выплата, любая комиссия, любая транзакция может не отобразиться 48 часов. То есть если проходит данный термин и ранг не отображается, обновите страницу, если же он не появится, пожалуйста, напишите в саппорт. Стикиша нет, уже отвечал. 120%. Миссия перевыполнена. Когда будет карта. Друзья мои, по поводу вопросов с картами, все в мае, не переживайте, приезжайте. По поводу 10% не могу ничего сказать, стикиша деньги уже отвечал. Ну, я ожидал гораздо больше количества вопросов, друзья мои. Я вот думал, что вы сегодня постараетесь и напишите бравады какие-нибудь по там, компрессии, не компрессии, потому что так, что нового на сайте. Но сейчас вы уже обратили внимание, да, что у нас есть два изменения, которые уже есть прямо на самом в личном кабинете, это описание бонусов по фастап-бонусу, который сегодняшнего дня начинает работать, и что такое динамическая компрессия, то есть описание данных бонусов, данных изменений оно уже есть, и это уже работает, то есть уже все вступило в силу, и фастап-бонус, и компрессия, и многие партнеры, не многие, да, некоторые партнеры уже даже это ощутили, то есть увидели у себя на статистике бонусов транзакция, которая ноль. Раньше партнеру нужно было раньше партнер мог полгода ничего не делать, а комиссию, да, он мог получать. То сейчас есть динамическая компрессия, которая исключает активных и неактивных. И если вы компрессированы, если вы неактивный партнер, то вы увидите нулевую транзакцию за бонус, там неважно, с какого уровня. То есть это сделано специально, чтобы мотивировать всех лидеров, для того, чтобы люди не сидели, для того, чтобы, грубо говоря, да, есть... Знаете, как паразитирование, когда человека, ну, это больше лидеры знают, да, то есть если простой человек, ему, в принципе, это не нужно, а тот, кто охотится за чужой славой, за чужими, знаете, вот пример, когда я по себе просто знаю, я раньше работал на, ну, всевозможных технических работах, то есть и бетон месил, и ямы рыл, и ступеньки заливал, и у меня, мы работали с другом, с парнишкой, и самое, что интересное, вот, я и цемент принес, и песок задвез, и намесил, и перемешал, и залил. Он просто стоял, смотрел. Он не понимал, когда я стоял, смотрел. Но почему-то денег нам дали поровну. Мне было обидно. Вот мне было на самом деле обидно. Как так? Я как бы промолчал. Ладно, друг, ладно, хорошо. Но это, знаете, запомнил на всю жизнь. Так вот, сейчас динамическая компрессия исключает подобную рода нахлебничество, да, когда человек ничего не делает, грубо говоря, работать не собирается, его никто не заставляет. Ну хорошо, если это не работает, что, пожалуйста, да, вы не активный партнер, вы ничего не теряете, кроме как комиссию, если бы вы были активны не больше. Какие визуальные изменения на сайте произошли? Я уже объяснил, что ожидается. Ожидается новый виджет, бустер бонуса, когда у вас будет вместо фастер бонуса, да, который сейчас был, счетчик, будет классный, красивый виджет, который будет показывать каждый месяц, месяц можно зарабатывать бустер бонус, это дополнительно 10% к существующим 10 дарек бонус любой суммы, главное превысить 5000 евро, 5001. Когда будут билеты на ивент? По поводу ивента тоже не могу сейчас сказать. Что нового уже ответил в кабинете? Игорь, объясни изменения в сайте, в кабинете пока не видно.
Смотрите, все существующие транзакции, которые идут от, грубо говоря, да, с 1, 2, 3, 4, 5, 10 уровней, они сейчас идут одной транзакции. То есть вы, открывая свой кабинет, открывая статистику бонуса, видите не так, как это было ранее, 70 на 30, а видите сейчас 100 и ничего больше. 100% идет исключительно в кэш. Именно поэтому сейчас T-кэш исключили. Бонус, который остается в пропорции 70 на 30, это ранговый бонус. Он делится в пропорции 70 на 30. Поэтому T-кэш остается, да, и в принципе можно забывать, ой, заработать, и там через полгода, через год, кто как на что гораздо, можно, да, грубо говоря, платиться с T-кэша. Это изменение, которое уже есть сейчас, то есть то, что, в принципе, партнеры заметили. Плюс некоторые партнеры сегодня обратили внимание, что у них увеличились обороты. То есть почему? Потому что на новой платформе обороты пересчитываются со дня времен. То есть самая первая регистрация, самые первые покупки и считаются без ограничения в глубину. То есть если вы написали с человеком, то сказал, блин, а у меня плюс пару миллионов добавилось. Класс, да? Плюс пару миллионов оборотов. Ху-ху, классные числа. А все потому что теперь оборот вашей структуры считается просто до бесконечности. Да, вот туда, ничего себе, шучу. То есть это, кстати, тоже большой плюс, потому что сейчас по ранговому бонусу будет немножечко легче в этом плане, по обороту, тем, кого не хватает, теперь это будет большой плюс. Так, дата-центр компании под сердцем в интернете. То есть, если вы знакомы с Голландией, то вы знаете, какой там находится классный центр, и посмотрите, куда вас никто не путит никогда, даже если вы предъявите корочку премьер-министра Италии, например. То есть, это просто невозможно. То есть, это один из самых крупнейших дата-центров, который находится прямо под точкой, да, DNS-сервис раздачи интернета, и это суперзащищенное, супердорогое хранилище по базе данных, вообще, да, по серверной части. Это то, что есть. Ну, помимо всего прочего, есть еще много других нод, где расположены, но самое центральное – это как раз-таки Нидерланды. Партнер, у которого есть подарочный билет, но он не может ехать в Прагу, но сможет ехать его партнер, какие бумаги для этого нужны. Смотрите, как будет происходить процедура посещения ивента в Праге, об этом тоже вот-вот в ближайшее время будет описано, но я думаю, что вам переживать не стоит. Когда зачислят комиссии с покупок, которые не прошли раньше. Если это комиссии, которые были, вот я помню несколько случаев, да, вот прям по памяти помню 4 партнеров, у которых есть подобный случай, то данное решение, когда у вас активировалась покупка, когда человек оплатил, неважно, это мультик юнит, это было в прошлом году, это было, да, тут их единицы на самом деле, но покупка прошла, но голосов нет, комиссии, наверное, нет, и баллов академических тоже нет. Так вот, эта проблема будет решена, как только сегодняшний переезд, как только сегодняшнее обновление будет уже полностью утверждено. То есть это буквально день-два, и начнется уже на новой платформе, чтобы ни в коем случае не нарушить старое, да, уже с новой платформой внесение все исправления. То есть это было важно сохранить существующую базу, которая была до переезда на новый модуль, на новый. И вот когда сейчас закончится переезд с новым, да, потому что сейчас идет переходный период, сейчас идет мониторинг очень жесткой работы всех систем. То есть вы знаете, что задержка происходит до 48 часов по изменению рангов, комиссиям, отображению в кабинетах. Это нормально. За этим очень пристально следят, и ребята, да, уже несколько раз даже стопорили сайт, чтобы ночью доработать. И это сейчас уже с понедельника работает. То есть исправление данной ошибки, уже все, да, уже причин, по которой она не реализовывалась ранее, их уже нет. И в будущем, может быть, на этой неделе даже ее не закроют. Поэтому, наконец-то, можно сдать спокойно, и тем, у кого не пошли комиссии, теперь все будет хорошо. Уменьшился оборот в кабинете. В чем причина? Галина, возможно, что были либо же отзывы, либо же возвраты, но сейчас весь оборот считается с начала времен. Вы можете просто убедиться в этом сами. У вас есть ваш личный кабинет. Каждая транзакция, каждая покупка ваших партнеров, начиная от первого до бесконечности, вы можете, да, 11 уровня кабинета, вы можете ее отследить. Просто у вас есть фильтр, да, по первому уровню. Да, просто вообще все транзакции можно сложить и посчитать, и в итоге придется цифры, которые у вас в кабинете. Если вы сомневаетесь, можете обратиться в поддержку. Но я несколько раз главных наших техников спрашивал, как теперь считается оборот. Почему он у людей вырос? Потому что теперь он считается больше.
если у вас меньше, ну, я убежден, нет, я уверен, что это правильно, но ошибки никто не исключал, поэтому, возможно, что ваша ошибка, но обороты считаются теперь со дня начала времен, да, и он считается теперь вообще без, на всю глубину. Так, только ваш паспорт нужен будет. Это не, я не знаю к чему, у меня все по-старому осталось. У меня не было в команде возвратов, а минус почти 32 тысячи. Ну, Галина, я не знаю, что вам ответить. То есть, возможно, вы не знаете, почему. Вот смотрите, насчет отзывов, да, мы же не можем говорить за тех людей, которых мы не знаем. Я, например, не знаю, кто на 9 уровне находится. Я уверен, что вы тоже не знаете, кто на 9 уровне находится и каким образом происходил возврат. То есть, здесь попробуйте попросить выписку, да, по себе. Либо же сами пересчитайте. Все просто. Если партнер оплатил активность до 1 апреля следующего месяца, последующий считается активным? Нет. С 1 апреля, то есть с периода активности сокращается до 30 дней. То есть ни больше, ни меньше. И статус партнера определяется не его текущим статусом, а статусом, вернее, от даты, когда будет происходить транзакция. То есть если транзакция не найдет вот своей даты, которая у нас существует, то проходит на 5 уровне, проходит активация партнера. Да, вот он совершает оплату MintDirect за 9951 евро. Транзакция считает начальную точку себя этой датой, вот сегодня, да, произошла оплата, и именно от этой даты отчитывается 30 дней, то есть 30-дневный период. И этот 30-дневный период может не совпадать с тем, да, с той датой, которую для себя партнер в голове определил, что вот сегодня первый день, я сделаю активность. Нет, то есть идет исключительно от комиссии, так проще. То есть так комиссия ищет непосредственно своего обладателя, своего вышестоящего спонсора и достигает его на все 11 уровнях. Ну, а они могут располагаться на 150, на 250, на 600 уровнях. Осталось 95. Вы можете доработать через ранговый бонус, получить и оплатить с него новый митинг. О, класс, какие-то такие сообщения. Так, интересно. Интересно. Так, сколько у нас времени? О, у нас уже почти 8 часов. Супер. За 2 года работы пересчитывали это кошмары таким образом. Как удобно, можете в Excel-ку Ctrl-C, Ctrl-V и в Excel-ке посчитать. Я не заставляю вас это делать. Вы можете попросить данную выписку у поддержки. То есть, но это не будет делаться в течение 5 минут, то есть на этот период тоже придется потратить определенное количество дней. То есть я думаю, что сейчас, да, в связи с пристальной работой на существующей базе, это может потребовать, ну, не 15-20 минут, а чуточку побольше. Поэтому, Галина, не переживайте. Можете потребовать, это абсолютно ваше право, тем более обращаться в поддержку, вы можете в свой кабинет, он сейчас работает. Напишите, скажите, почему вы считаете, что у вас было меньше, или стало больше, или сколько у вас должно было быть. То есть, да, мы должны понимать, что при обращении в саппорт человек должен говорить не то, что я хочу, там, чтобы у меня было больше или меньше. Нет, а вот конкретные числа. Было столько-то, стало столько-то, в какой период и почему. Да? То есть, прошу мне объяснить. А еще проще скриншотами завалить. То есть, вот мне скриншоты, пожалуйста, будьте добры, вот у меня было, покажите, почему стало меньше или почему стало больше. Так. Зажигательный вебинар, зажигательная кампания, просто самая зажигательная кампания, друзья. И вот сейчас просто такие вещи вот за этим, на самом деле, это не просто, да, буквы, это не просто тикер, там работа просто кипит. И на самом деле, вот, да, вот я просто хочу вам сказать это от себя, это чисто мое личное мнение, можете с ним не соглашаться, но, знаете, есть некое чувство, знаете, некая вера, вот, признание себя как участника чего-то большого. Я уверен, что каждый из вас хотел бы быть участником чего-то громадного, чего-то масштабного, чего-то просто грандиозного. То есть, когда вы можете приобщить себя к чему-нибудь, что знает весь мир. Вот я уверен, что каждый программист, который работает в Гугле, который пишет код для какой-то суперклассной миссии, для какой-то супер-классного сервиса, потом, наблюдая за этим вот всем вокруг, как люди этим пользуются, у него просто, знаете, какое-то вот воодушевление. И мне кажется, что мы с вами все находимся в условиях, когда мы являемся участниками чего-то просто глобального и просто грандиозного.
не просто коин, не просто компания, которая позволяет зарабатывать на путем просто рекомендации, нет, а компания, у которой уже не стартап, не какой-нибудь начальная стадия, нет, это уже полноценная бизнес-машина, в которой входит несколько компаний из разных стран, в которой уже миллионы, мультимиллионные обороты, и проекты, которые нас строят, это просто порвут в существующий рынок. Вот что круто. Чем дальше, тем интереснее. Так. Конечно, Татьяна, да, если вы получили, если вы получили подарочный промо-митинг юнит по текущей акции, и он остановился, то они будут продлены на ту дату, которую они должны быть до 36 месяцев. То есть любая задержка, она будет компенсирована, и каждая подарочная митинг-единица, она отработает 36 месяцев. То есть это если мы говорим с вами о акциях, которые проводились вот в октябре, в ноябре, в декабре, вот текущая акция, которая продлена до следующего понедельника. Да, как сказал Алекс, на неделю продляем эту акцию, и следующий понедельник, я считаю, что это будет последним днем, когда можно будет принять участие, получить 7 митинг-юнитов, 15 митинг-юнитов и еще и по боксу за каждый. А, так, есть очень большая вера. Так, все понятно, маркетинг, когда уточним. Уточним, когда, что значит, когда уточним маркетинг? Возможно, я не понял вопроса. По поводу 10% бокса, друзья мои, вот просто не могу ответить, не могу сказать, не скрываюсь, не отмахиваюсь, вот просто не могу озвучить информацию без Алекса, честно. Так, спасибо вам большое за ваш отзыв. Вебинар в записи будет. К сожалению, запись сейчас комнаты не идет. Вот это большая проблема. Может быть, понедельник никто не забыл или комната заполнена, но сейчас записи у меня нет. Будут ли изменены цифры участников компании на главной странице, они устарели? Что значит цифры участников компании? А, вы имеете в виду на лендинге, да, то есть на самой главной страничке, что не 200, а 300, да, 1000? Я вот уточню. Кстати, хороший вопрос, надо на самом деле уточнить. Да, надо актуализировать информацию, ее актуализировать по странам, по 300 участников, и это будет гораздо лучше, да, считаю, смотрите, когда будет не 200, а 300 тысяч или 400. Или там 500 тысяч, вау, класс. Хороший вопрос. Так, если не слетит, то выложу. Спасибо вам, Майя, большое, если будет запись. Ну все, тогда, друзья, да, у нас сейчас уже 3 минутки начала 9-го. Я хочу вам сказать большое вам спасибо за посещение вебинара. Не забывайте приглашать людей на вебинары. Не забывайте рассказывать им о том, что здесь что-то интересное происходит. Здесь на самом деле очень важные вещи, и каждый день мы узнаем нечто больше. Каждый день что-то новое, что-то интересное. Да, слайды одни. Слова разные. Слова разные, и это повод прийти лишний раз на вебинар. Сейчас не получается, не понимаем, не знаем, завтра поймем, узнаем, получится. Поэтому, друзья мои, до скорых встреч. Не забывайте посещать наши вебинары. Всегда к вам удачи. А я снова заработал. Пока.